приветствует компания «Уральская усадьба». Сегодня 7 октября 2017 года. Производится монтаж теплицы, арочная, шириной 4 метра. Вот монтажники. На данный момент производится сбор каркаса. Теплица покрашена зеленый цвет, грунт эмаль. Арки сделаны нам, у нас из трубы 20 на 20. Толщина стенки 1,5 мм. Вот собрали каркас. Получилась вот такая у нас теплица арочная. 4 на 10 с одной перегородкой. Фундамент заливался, на бетон ставился. А торцы делали из трубы 40 на 20. Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 7 октября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 4 метра, длиной 10 метров. Теплице у нас установлены пластиковые двери. Пластиковые двери открываются внутрь, фиксируются крючком при надобности. Также установлена система подвески. По две нитки на три грядки, то есть 6 ниток. Сам каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Арки выполнены в виде ферм. Вся варка деталей выполнена в круговую. Соединяются с помощью связей, винт-гайкой. Окраска грунт эмаль зеленый цвет. Также у нас в теплице есть перегородка. В перегородке установлена цельная дверь, зашита поликарбонатом. Кстати, поликарбонат у нас толщиной 10 мм. Крепление покрытия осуществляется с помощью стыковочного профиля системы база-крышка. Ну, это мы дойдем снаружи, посмотрим. Сам каркас стоит у нас на бетонном основании. Закреплен с помощью анкеров. Так, идем дальше. Перегородка делит теплицу в соотношении 2,8 метров. С другого торца также установлена пластиковая дверь. Двери у нас с системой поворотно-отъемного установлен поворотно-откидной механизм. Так, вот у нас поликарбонат, база крышка, термошайбы. Снизу установлен уголок в качестве отлива. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!